Выставочный проект «Брещино-этнографическое» образовался благодаря тем экспонатам, которые хранились в фондах Брестского областного краеведческого музея. За десятки лет накопилось много самобытных предметов этнографии. Первым делом со стороны руководства музея было принято решение познакомить брещан с мастерами Пружанско-Каменецкого края, с теми, кто создает его историю. Познакомились посетители выставки с традиционными костюмами волковыско-каменецкого строя, уникальными двух основными коврами – вытянанками, гончарными изделиями, предметами быта, а также насладились обрядовыми песнями в исполнении талантливых фольклорных групп Пружанщины и Каменецкого района. Выставка окунула посетителей в берестейскую культуру – наше народное богатство. И именно народная культура отличает одну нацию от другой. А потому каждый белорус не должен забывать, откуда он родом, помнить традиции, чтить предков. Ведь не зря говорят, что истинные корни нашей сущности в истоках народной культуры. Краеведческий музей владеет очень богатой коллекцией предметов этнографии. А что больше, чем предметы традиционные, народные, могут рассказать о нашем крае. Каждый район имеет свои определенные особенности. И, конечно, мы хотим посвятить каждую выставку определенному району. И, кроме того, еще одной из целей является, в общем-то, определение перспектив для комплектования того, чего у нас не хватает в музее. Я думаю, что этот проект выставочный вызовет интерес, познакомит и, в общем-то, популяризация наших традиционных ремесел будет в настоящее время очень важным для подрастающего поколения. Культура каждого района Брестской области обладает изюминкой, теплотой и душевностью. Если Каменецкий район можно назвать богатым на ткачество, то Пружанский район ассоциируется с гончарством, чернодымленной керамикой и росписью по стеклу. Чтобы не ушло это искусство, навсегда руководитель студии «Шклинка Маляванка» совместно с ребятами принялись его возрождать. Причем работы не копировали, оставили только одну отличительную особенность пружанских мастеров – обрамлять маляванки рамкой, которую выполняют черной тушью. Фольга для работы берется пищевая, стекло обычное оконное. Нас пригласили тоже показать не только костюмы нашего района, но и ремесла, которыми занимались наши предки. Они у нас представлены и роспись по стеклу, и очень популярна в Пружанах керамика и задымленная керамика, тоже из давних времен известна. Вот, соломоплетением занимались очень много мастеров, и сейчас очень много мастеров у нас, и детки приходят заниматься, обучаются им, вот, и у нас очень много детей, которые этим увлекаются, участвуют в конкурсах, создают очень красивые, прекрасные работы свои. Те, кто хочет познакомиться с культурой того или иного района, прочувствуя тот самый колорит белорусского народа, еще могут успеть посетить выставку «Брещино-этнографическое», которая продлится до 20 марта.